Там мы, походу, третьего нашли. Миледи, не изволите ли составить компанию двум молодым джентльменам в распитии спиртных напитков? Что здесь происходит? Старший лейтенант Овсянникова, милиция. Ты не думал попроще одеваться? Ты же сама их провоцируешь. Знаешь, как моя бабушка говорила? Не соблазняй. Люди слабые. Если в музее открыто выставить бриллианты и золото и выключить свет, то обязательно что-нибудь пропадет. Несмотря, какие люди будут в зале. Не отказывать. Слушайте, что вам вообще надо? Чтобы ты без приключений до дома дошла. Спасибо, я дошла. Вот мой дом. Всего хорошего. Опа! Плохо, товарищи. Было сказано, энергию перестройки в практический результат. А у вас ни результатов, ни энергии. Товарищ капитан, я надеюсь, вы сейчас заняты отчетом, которого я от вас вчера таки не дождался. Что вы вчера делали? То же самое, что и позавчера, и 3 дня назад. Опрашивал водителя по вашему заданию. И почему результат вашей работы не отражен документально? Это халатность, Медвежский. По-моему, это называется другим словом, товарищ полковник. Тормози, капитан. Меня обвиняют в страшных вещах, потому что я украинец. Я требую нового адвоката. Хочу, чтобы меня защищал украинец. Какого адвоката? Хочу того, которого мне выделил народный рух Украины. Еще работая на коммуняк, внештатным корреспондентом, я подписывал все свои статьи как украинец, а не как москаль. Во всех моих статьях стоит фамилия Чикатило через О, потому что я украинец, а не москаль. Чикатило, зал заседания. Потому что я украинец.